Ну, вот мы видим, значит, маленькую улитку-ампулярию. То есть вот данные улитки, они были там месяц назад, что ли, сняты. Нерест был снят улиток-ампулярий в банке. То есть, а это мы перенесли этих улиток в аквариумы. И вот видно, что здесь в данном аквариуме растет малек Данио, Рерио и розовых. Нерест тоже выставлен у нас на сайте. Ну вот тут видно, да, что вот эта малюсенькая улитка на самом деле, она там миллиметра 2-3. Вот на видео мы можем ее разглядеть крупнее. Но это уже практически сформировавшаяся, да, то есть мини-копия крупной улитки-ампулярии. Ну вот, на самом деле постепенно и происходит этот рост. Вот мы видим малек месячный Данио Рерио. Вот видно, что он там что-то умудряется найти, отщипнуть. Вот. Ну вот, значит, мы видим паразит аквариума, красная улитка-катушка. Ну, нет, они по-своему привлекательны, когда ничего не было, мы ими, конечно, там восторгались. Ну, а так она жрет все в аквариуме.